носить светлую одежду, не забывать про головной убор и пить больше воды. Также в случае ЧП через диспетчера на станции можно вызвать скорую, если пассажиру стало плохо. На юго-востоке Москвы начали обустраивать зоны отдыха возле прудов. Их обновили, очистили от ила. Возле водоемов монтируют детские спортивные площадки. Там обустроят пешеходные дорожки со скамейками и новым освещением. Также высадят газон, деревья, разобьют цветники. Все новости доступны на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте смотрим.ру. До встречи. Ароматный растворимый кофе Food Fest всего за 299 рублей. Чижик. Наполнить свой день, неделю или месяц с доставкой 10 минут. Яндекс.Лавка. Вот это жизнь. Геморрой мешает радоваться жизни. Проктоглевинол может помочь снять боль, воспаление и улучшить тонус сосудов. Проктоглевинол – ваш помощник в борьбе с геморроем. Мне нравится, что управлять Теплэко можно с телефона. Теплэко имеет высокий КПД, не выжигает кислород и абсолютно пожаробезопасен. Только сейчас обогреватель Теплэко по специальной цене. Чтобы экономить, возьмите в привычку делать покупки в аптеках столички. Первоклассная распродажа. Платеж на части растянули, как говорится, сплетанули. Сплетуйте беспереплат на Яндекс.Маркете. Автокресло Junion Одри за 7499 рублей. Кино по выходным. Платок я не надену. Пока она в таборе, она должна соблюдать наши законы. Оказалось, что ты добрая, преданная и хорошая. У тебя очень красивая душа. Зачем моего жениха украла? Мы Луян. Так ты здесь навсегда остаешься? Да, навсегда. А я? Цыганское счастье. В субботу и воскресенье в 11:55 на канале «Россия». Доброе утро. Здравствуйте. Утро-то непростое, утро пятничное. Как говорится, день простоять до ночи продержаться. 4 августа на календаре. Анастасия Чернобровина и Денис Стойков с вами. Ага, значит, ты каждый четвертый, да? Лето не для работы, не для работы лето. Ну, да, я каждый третий, может быть, даже. Ну, просто опрос еще такой провели. Жара, гулять все время хочется. Ну, правда, это же истинная правда. Каждый пятый плохо спит из-за длинного светового дня. Каждый шестой вместо работы хочет проводить время с детьми.